Друзья, привет! Фикс прайс, Косыгина, 27, Санкт-Петербург. Опять появилось много, по-моему, классных новинок. Сейчас будем все рассматривать. Приятного вам просмотра. Сетка для бадминтона 610 на 76 сантиметров. Состав полиэстер, хлопок и полипропилен. Сетки есть разного цвета. Вот так она выглядит. Достаточно прочная. 300 рублей. Надувной мяч с перьями 40 сантиметров в диаметре. Состав ПВХ и натуральное перо. Перья есть разного цвета. Есть однотонные, есть разноцветные. Также есть надувные круги в виде сердца с перьями. 249 рублей. Локальные гидроколлоидные точечные патчи-невидимки. 28 штук с салициловой кислотой и ментолом. Эффективное средство от прыщей. 99 рублей. Гель-бальзам для мытья посуды «Селена». Зеленый чай. И зеленое яблоко. Эффективен даже в холодной воде. Россия, 79 рублей. Гель для стирки универсальный, био, 1 литр, 99 рублей. И средство для стирки черных тканей, 99 рублей. Полотенце «Рогожка», 35 на 60 сантиметров, называется «Миллион роз». 100% хлопка, производитель город Иваново. Немного отличается дизайном, но в основном везде розочки. 55 рублей. Спортивные стельки. Вставки здесь из латекса, термопластичной резины и эва. Они амортизируют стопу, и благодаря чему ноги меньше устают. Крутые такие стельки, такие упругие. Состав эва, термопластичная резина и латекс. 199 рублей. Фонарь мультитул. Работает от батарей, которых нет. В комплекте есть белый свет и красный мигающий. И входит туда очень много всякой всячины. И ножи, и гаечные ключи, и так далее. 350 рублей. Коробка складная для хранения. Коробка без крышки. Размер 25 на 25, высота 25 сантиметров. Здесь новые расцветки. 149 рублей. Шлепанцы женские литые из эва. Остались розовые 36-39 размер и голубые 36 и 39. Классные шлепанцы. В других магазинах я так и не нашла, только на Косыгина 27. 350 рублей. Носки женские в наборе 5 пар, новые расцветки со смайликами. Очень приятно, такие хорошенькие. Но у меня уже есть 67 хлопок и полиамид. 300 рублей. И вот такие еще привезли. Очень коротенькие и очень хорошенькие. Классные носочки. 299 рублей. Не линяют, не садятся. Голографическая сумка для обуви. Неужели уже начали в школе готовиться? Не рановато ли? Внутри подкладка, карманчик на молнии. Затягивается также на шнурок, на толстую веревку. И можно носить как рюкзачок. И вот такие вот переливающиеся оттенки. Желтые, зеленые, розовые. Красота. Ткань очень плотная. 199 рублей. Светоотражающая сумка для обуви. Я вчера показывала в том обзоре. Очень красивая. С полосками тоже разного цвета. Внутри подкладка, карманчик. Затягивается на веревочку. Можно носить как рюкзак. И здесь, в этом магазине, 199 рублей написано. Где правда, где ложь, я не знаю. Ну и, конечно же, сюда также привезли органайзеры из искусственного фетра, 18 литров. Отлично держит форму. 299 рублей. Теперь переходим к новинкам. В кухонный отдел. Форма для льда. Оригинальная прямоугольная удлиненная форма кубиков позволяет охладить напиток прямо в бутылке. Состав полипропилен и термопластичная резина. Есть красные. И в этом магазине зеленые формы. 79 рублей. Набор овощечисток, две штуки в наборе. Состав полипропилен и нержавеющая сталь. Вот так они вынимаются, потом вставляются друг в друга. Есть очень нежные расцветки. Цена такого набора 59 рублей.
Я в том году покупала такой набор, другая расцветка. До сих пор еще жив-здоров, пользуюсь. Стоил, правда, он 55 рублей. Подставка под ложку очень стильная, выполнена из 100% дерева, из какого не написано. Цена 149 рублей. Есть посветлее, есть потемнее подставки. Такая удивительная новинка – это ступка с пестиком, выполненная из 100% дерева. Все очень ровненько и гладенько. Вы понимаете, что и такие вещи нельзя мыть в посудомоечной машине. Вручную и насухо вытирать. 250 рублей. Набор контейнеров 4 штуки по 35 мл с яркими цветными крышечками. Идеально для хранения приправ или соусов. И удобно брать с собой в поездку, на пикник. Крышка закручивается. 59 рублей. Меня спрашивала подписчица, есть ли еще наборы солоночек. Да, есть. Две штуки по 100 мл, 99 рублей. Вот эту кружечку я очень давно хотела, желала. Кружка 330 мл, это фаянс, а ручка сделана из дерева. Это вот эта коллекция с деревянными деталями, 149 рублей. Просто прелесть. Столовые приборы, столовые ложечки, чайные ложечки, вилочки. Сделаны из нержавеющей стали, полипропилена и пшеничного волокна. Очень нежные расцветки ручек. Цена 27,50. Бумага для выпечки с антипригарным покрытием. В рулоне 8 метров. Подходит для выпечки кондитерских изделий, мяса, птицы, рыбы. 149 рублей. Новые бутылочки для воды 800 мл с трубочкой, с гибкой. И с таким декором нарисованы спортсмены. Есть синие, зеленые, желтые. 149 рублей. Понравилась мне вот эта тарелочка из толстого прозрачного стекла с выпуклым узором с наружной стороны. 18 сантиметров в диаметре, 79 рублей. Подставка кухонная для столовых приборов с поддончиком. Очень толстый пластик. Поддоны у всех желто-бежевого цвета, а сами подставки вот такие есть темно-синие и зеленые. 99 рублей. Навесной держатель-органайзер, стикер. Внутри находится три расцветки, 79 рублей. Толстый пластик. Друзья, я купила себе эту кружку, я так давно о ней мечтала. Она такая вся гладенькая, а какая удобная ручка, просто чудо. 149 рублей. Друзья, на этом пока все. Спасибо вам большое за внимание. Гуляем по Питеру, идем в сторону Адмиралтейского метро. Просто смотрим по сторонам, Адмиралтейство виднеется. Я не понимаю, куда ты меня ведешь. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам самого-самого хорошего. И пока. Сейчас не видно. Я разбираюсь, что я делаю.